На прошлой неделе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено около 900 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщило агентство по разминированию. Согласно информации, с 17 по 22 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах также удалось обнаружить и обезвредить 93 противопехотные и 33 противотанковые мины.